ЯМР заключается в получении очень слабых сигналов от ядер атомов, помещенных в магнитное поле. ЯМР является одним из самых мощных бесконтактных неразрушающих методов для исследования и анализа вещества, а также наиточнейшим инструментом измерения напряженности магнитных полей. С появлением ЯМР химики получили уникальный метод, который позволяет определять химический состав вещества, поскольку ЯМР-спектр каждого соединения также уникален, как отпечатки пальцев человека. Низкопольное ЯМР-устройство на мировом рынке представлено очень скудно. Дело в том, что в низких магнитных полях для регистрации ЯМР требуются специальные приемы, в том числе большое усиление сигнала. Из-за технических трудностей развитие ЯМР пошло по пути увеличения магнитных полей. Сегодня хорошие усилители умещаются в корпусе микросхемы, поэтому ЯМР в слабых полях переживает второе рождение. В последние десятилетия наблюдается всплеск научных работ по ЯМР в слабых полях. Обнаружены интересные особенности ядерной магнитной релаксации в низких полях, а также получены интересные ЯМР-спектры жидкостей. Полезной особенностью метода является возможность детектирования сигнала от жидкостей в закрытых алюминиевых контейнерах, что может быть использовано спецслужбами в системах досмотра. Рынок сложных ЯМР-спектрометров хорошо освоен несколькими крупными зарубежными фирмами. Но большинство импортных ЯМР-спектрометров и томографов стоит больших денег, сотни и миллионы евро, из-за сложных сверхпроводящих магнитных систем, входящих в их конструкцию. Таким образом, доступ к качественному анализу имеют только крупные предприятия и организации. Владельцам малых предприятий приходится довольствоваться примитивным анализом образцов или тратить время и деньги на проведение анализов своих образцов сторонними организациями. Низкопольный ЯМР-комплекс, представленный в данном проекте, может иметь широкий спектр применения. На первом этапе наша команда планирует подготовить простой миниатюрный ЯМР-прибор для учебных целей на базе уже работающего макета. С помощью этого прибора студенты смогут приобрести основные навыки работы с современным ЯМР-оборудованием и получат ценные знания по исследованию материалов. У нас много работы. Мы очень надеемся, что наш прибор внесет свой вклад в повышение качества образования российских студентов и станет одним из достижений нашего университета.